приглашаем вас на открытие замечательной выставки. Подойдите, пожалуйста, к сцене поближе. Двигаемся, двигаемся. Владимир Геннадьевич. Динозавром России. Довольно странное название, да, для тех, кто занимается да вообще животными, и да ископаемыми тоже. Глупо, когда какие-то административные границы динозаврам применять. Как это поблагодарить отдельно, потом я продолжу. Давайте поблагодарим. Про динозавров, кто они такие, для чего их изучать, какое отношение Россия, так сказать, какое оно место занимает в этом процессе. Ленинградские палеонтологи, изучавшие динозавров, значит, они работали в разных учреждениях нашего города, но все имели тесные связи с зоологическим институтом, так или иначе сюда приходили, работали. Основная масса палеонтологов переместилась в Москву. И Лев Исаакович подготовил много учеников. У него масса учеников, десятки, из которых время идет, и прогресс науки, он, значит, привел к тому, что вот эта пропасть между палеонтологией и зоологией, которая была, она сейчас значительно сократилась. Сейчас палеонтология по-другому называют, палеобиология. Значит, все в детстве, ну многие в детстве, ну, биологи, да, в детстве проходят вот эту, так называемую, динозавровую стадию антогенезу, литературы, вот эти знания, литературы не было, я обошел все библиотеки, искал литературу. Значит, вот просто реально был голод, жажда этих знаний. Ну, не все мы, вот Александр Олегович, наверное, стоит. То есть они, наверное, из триасового периода, Александр Олегович из Юрского, он такой бронтозавр, но бронтозавр еще, который среди нас живой, который функционирует, который... Сейчас в России известно 13 видов динозавров. Это меньше 1% мировой фауны. Откуда берутся кости динозавров и как их находить? Для этого нужно, чтобы сложились несколько факторов. Во-первых, кости динозавров должны сохраниться в горных породах, в отложениях. Это первое, самое главное. Сейчас мы уже некие логические данные, и точно можно датировать, и думаю, уже примерно.